Владимир Сапрыкин. Хобби. Читает автор. Две пузатые лягушки на песочке грели брюшки, обсуждая рыбакову, рыбоманов чудакова. Говорит одна лягушка: не пойму я их, подружка, что им дома не сидится, ночью почему не спится, кто их гонит с позаранку к нам на речку, на рыбалку. Отвечает ей подружка, толстобрюхая лягушка: да никто их к нам не гонит, это вроде бы их хобби. Хобби это или не хобби, мы про то не знаем обе. Знаем только, что тупые эти рыбаки чудные. Нет, подружка, не тупые, а на голову больные. Час глядят на поплавки, в речку делают плевки, и мычат, зажавши рот. Что-то рыба не клюет. Две пузатые лягушки, любопытные квакушки, час кричали рыбакам, рыбоманам чудакам: вы прислушайтесь к лягушкам, любознательным квакушкам. Клёва потому и нет, что у рыбы клюва нет.